Говоришь, на 5 минут? Отлучался. Да ну, может, не 5 минут. У меня тут кум рядом работает, тоже в охране. Так я посидел с ним чутку, возвращайся. Тут дверь нараспашку. Да кому вообще сюда влезть, в сбрюлу? Денег тут нет, наркоту тоже не держит. Небось, всю ночь с кумом зависал. Понятно, сестра. Один из кабинетов вверх дном перевернут, а что искали, непонятно. Скажите, а история болезни пациентов хранятся в кабинетах их врачей? И что там за кабинет вверх дном? Ну, как раз одного из врачей и перевернут. Только он сейчас за границей, в отпуске. Фиг его знает, что мы там искали. Врача как зовут? Не Лещенко? Так точно. Лещенко. Спасибо за помощь следству и так далее. Перевали отсюда. Что будете делать, товарищ капитан? Ну что, Старлей, рапорт на вашего капитана подавать я не буду. Но, возможно, ему когда-нибудь придется прикрыть тебе спину. А он не прикроет. Не потому что мудак, а потому что проблемы у него. Понимаю. Ну, со мной проблем у вас не будет. А вот с начальством я бы посоветовался по поводу его. Спасибо. Давай. Сейчас эксперт приедет, осмотрит это все. Держи. Быстро ты подсуетился. Прям сердцем чувствуешь, да? Беспорядки в органах. Правопорядка. Из диспансера пропала только медкарта Ильина. Возникает вопрос, кому, кроме как Ильину, могла понадобиться история его же болезни? Ну, знаете, наверное, вы правы. Кроме него, никому. Я просто не могу себе представить Ильина в роли Буйного. Не могу. То есть за 10 лет, сколько вы с ним знакомы, никаких предпосылок к такому срыву вы не видели? Послушайте меня, девочка моя. У Ильина серьезное психическое расстройство. Но он никогда, слышите, никогда он не проявлял агрессивного поведения. Тем более в такой экстремальной форме. Да мне бы и в голову не пришлось снять его с многолетнего приема нейролептиков и умотать отдыхать. Ну, а доктор Лещенко его снял с препаратов. Как вы думаете, почему? Инга, Инга. Я понимаю. Я спрашиваю вас как у опытного специалиста. Мне важно ваше мнение. Последние годы Ильин один или два раза беседовал со мной по поводу полного отказа от приема лекарств. Он ничего не помнит о себе в детстве, поэтому... Но спрашивал, можно ли восстановить воспоминания. Ну, как бы вам это профессионально сказать? Если не глушить их препаратами. Так, и что вы ему ответили? А я не был готов рисковать здоровьем Ивана. Инга Евгеньевна, вы ведь специалист. Полная отмена лекарств при его тяжелом анамнезе. Извините. Ну, то есть получается, что доктор Лещенко рискнул? Это Лещенко. Ваш Лещенко, между прочим, не очень церемонился с пациентами. А в случае Ильина, я уверен, Юру интересовал собственно эксперимент. Лещенко. Ваш Лещенко, милочка, относится к той категории молодых спецов, к
которые считают себя очень сильно прогрессивными, а на деле копошится. Я ему говорю: Юра, ты копошишься с мозгом пациента, как первокурсник с застежкой отливчик. Извините, Юрий. Все в порядке. И что вам ответил ваш прогрессивный коллега? Вы думаете, он оскорбился? Как же! Заржал как. А потом говорит: может и так. Но зато же я натренируюсь. Вы понимаете, что он сказал? Вы понимаете, что он сказал? Для него душевно больные не более чем лабораторный материал. Здрасте. А я чего? Я ничего. Ванька парень тихий, хоть и несчастный. Его как с работы выгнали, так и с общежития выставили. А мне тяжело одной двор мести, особенно когда листья или снег. Вот я с ним договорилась. Он безотказный, и подметал, и снег убирал. Если что починить надо, помогал. Кому чего занести, отнести, ну, за место грузчика. Ну, хорошо, Ванька парень хороший, да, это я понял. А родные у него были, семья там, я не знаю, сожительница, кто-то к нему приходил, уходил? Не, я не видела. Как по мне, он один как перст. Я как-то его спросила: неужто у тебя никого из семьи не осталось, Ванечка? Он как-то посмурнел, головой только мотнул и говорит: не знаю, может, кто и остался, только как их искать? Без понятия. Вообще, если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что Ванька такое зверство учинит, я бы в жизнь не поверила. Уже наоборот, как какая драка, он в сторонку. Хотя вот когда муж Люську с третьего подъезда за косы во дворе таскал, Иван прямо аж кинулся. Ну вот видите, а говорили, никогда не вступал в драку. Тут заступился за женщину. Ага, их когда растащили, Ваньку аж трясло. И глаза у него такие были странные. Странные-то какие? Злые? Да не, не злые. Больные какие-то, затравленные. Испуганные, что ли. Вот вроде как понимает, что огребет, а не вступиться не может. Пойдем внутрь. Спасибо. Участковый рапорт подавать не будет. И майору я об этом инциденте ничего не буду говорить. Благородного решил играть, да? Ну-ну. Слушай, хватит вести себя как... Ладно. Я майору ничего не сказал, только потому, что вы лично должны об этом доложить. Хорошо, я майора в конторе подожду. Не было ни денег, ни документов. Мобиль валялся разряженный, дорожная сумка пустая. Он, походу, вообще здесь не появлялся. Ни одной личной вещи. Обычно у человека есть какие-то памятные штуки, там фотографии, побрякушки, безделушки, детские игрушки, не знаю. А так человек чистый лист. Я так понимаю, у тебя новая теория какая-то появилась? Мне почему-то кажется, что он попросил сам снять себя с препаратов. Ну, то есть... От дома до аптеки где-то около 5 минут ходьбы быстрой. Но он сюда не вернулся, хотя бы только для того, чтобы смыть эту кровь. Зачем он так рисковал, я не понимаю. Представляешь вообще, как люди живут? Кошмар. Паш, мы тебя слушаем, ты на громкой. Мог я и спрашивать, гермайор. Я нечувствительный, но история грустная, что капец. Значит... Так, в 86-м году дальнобойщики подобрали пацана. Вот, по свидетельствам шел один прямо вдоль шоссе. Грязный, потрепанный. А что пацан сказал, где родители? Или вообще кто-нибудь? Потерялся? Так, дело в том, что он вообще ничего не сказал. Ну, прям буквально. Молчал, что рыба об лед.
Ну, водила его в ментовку сдали, а те уже в интернат. А родители, родственники так не объявились? Неа. И я проверял, по сводкам потеряшек он не проходил. Так откуда взялся Иван Ильин? Так это ж его под таким именем в интернат записали. Но надо же было как-то записать. Вот, и имя ему вот это вот дали. Возраст определили приблизительно 8 лет. Мальчик так ничего не рассказал? Нет, почти год молчал, а когда заговорил, ничего не вспомнил. По состоянию ребенка, многочисленные зажившие шрамы на теле, провалы в памяти, психотравма. Короче, жертва регулярных издевательств. Ну, попробуй что-нибудь нарыть. Телефонные звонки там, или друганы из прошлого места работы, без интернета. Не учи ученого, Гермайор, все уже сделано. Инга, ну как, я молодец? Спайдер, ты... Солнышко, ты молодец, ты самый лучший. Поговорили? Да. Молодец. Знаешь что, завязывай, как бы тебе все равно, а Паша все за чистую монету принимает. Это сейчас что? Это я про флирт. Товарищ мэр, а с кем не можно флиртовать? Вы все-таки своих подопечных лучше знаете. Можно вообще без этого на работе обойтись? Или у вас там в Академии ФБР принято флиртовать направо-налево? Как же у вас забавно получается проявлять ревность. Я ревность? Ну да. Да? Ну. Так, а ну-ка, вообще посмотрите еще раз наверх, пожалуйста. Так, голову не поднимайте. Так. Ну что ж, Сергей Николаевич, у вас очень хорошие прогнозы. Я вам выпишу несколько препаратов сейчас. Док, а можно как-то без таблеток? А то я видел, как они вам, людям крышу сносят. Вы о вашем текущем деле, да? Да. Но вам не следует переживать по этому поводу. У вас совершенно другой случай. У вас почти классический пример рецидивного посттравматического расстройства. Такое, к сожалению, случается на фоне сильных психотравм. Мы с вами, по-моему, это уже обсуждали? Да, обсуждали. Так вот, вот этот первый препарат пропьете по одной таблетке 3 дня. А второй будете принимать месяц. Вот схему я вам здесь расписываю. Да, то есть это получается месяц без работы, да? Без работы только 3 дня, пока принимаете сильнодействующие препараты. А потом работайте себе на здоровье, как говорится. Но принимайте второй препарат. Ну, такой легкий антидепрессант, который поможет вам справиться с переменами эмоций. Ну, должен нормализовать сон. Угу. Вот от алкоголя... Воздержитесь. Я не фанат. Ну, очень хорошо. Рецепт возьмите у Артема Владимировича. Диазепам? Док, а как он работает? Присядьте сюда. Я вам сейчас выпишу еще один препарат. Что-то Серега трубку не берет. Раньше нас уехал. Он ничего не говорил? Нет. Он хотел к вам зайти, когда вернетесь. Ладно. А чего там с... Никак эти ваши термины не могу запомнить. Профиль субъекта. А. Ну что, я абсолютно убеждена, что у Ильина в детстве была серьезная психологическая травма.
связано с насилием по отношению к его близким. Я бы сказала, к женщине. Бабушке, сестре, маме. Это опять какие-то далеко идущие выводы. Это выводы, основанные на фактах. Аптека, первая жертва, мужчина в крови, с ножом, подбегает к женщине-провизору. А Ильин в этот момент на протяжении месяца без медикаментов. Эта картина стала для него триггером. Но если он видел похожую ситуацию в детстве, почему он не говорил об этом милиции или воспитателям в интернете? Ну как, это сильнейший шок. Маленький мальчик специально, осознанно оградил себя от страшных воспоминаний. Поставил себе, так сказать, барьер. Поэтому ничего не помнит из прошлого. Ну, допустим, а что теперь? Он резко начал вспоминать? Да не резко, в том-то и дело. Ильин решил попробовать вспомнить прошлое, потому что черная дыра мешала ему жить. Он подумал, что у него, если возникнут какие-то воспоминания, это поможет ему в дальнейшем, я не знаю, ему станет легче, лучше. Слушайте, а провизор же сказал, что когда он просил у него лекарства, он говорил, что это вроде «они должны уйти». Возможно, тогда он уже слышал голоса. Второй врач Ильина снял с препаратов. Но Ильин продержался где-то месяц, потом ему стало хуже. Твои предложения? Он хочет вспомнить все о прошлом. У него это получается. Уверена, он пойдет туда, где все начиналось. А нам нужно выяснить, где это место. Так, я к Спайдеру. Интересует убийство, покушение, несчастный случай, исчезновение людей в районе обнаружения Ильина. В 86-м году, верно? Да, и в первую очередь молодые женщины. Лето 86-го. Еще зона такая, там же как раз с Чернобыля всех отселяли. Там не то, что человека, там слона можно было завалить, никто бы не заметил. Павлик. Михаил Степанович, ну так до инфаркта довести можно. Ну, звоняй, малой, уж больно ты вольготно здесь расположился. Ты по Ильину что, нарыл? Да я майору все уже на почту скинул. И что? Ну, что он, походу, самый мой голяк из всех нарытых моих голяков. Ладно, может, еще больше вспомнишь. Значит так. Слушай сюда. От Паши почта пришла, ничего интересного. Ни кредитка, ни прав у него. Он даже телефоном пользовался последний раз месяц назад, и то врачу своему звонил. Ильин ни с кем не дружил, идти ему было некому. Я тут узнал кое-что интересное. Ну-ка. Пойдемте, может, к нам, всем я расскажу. Что-то случилось? Хотя... Нет. Товарищ майор, разрешите обратиться? Так, ладно, я пойду попью кофе на улице, потом вернусь в кабинет. Ты что, Серега, обращайся, конечно. Пошли. В общем, 3 дня на больничном, а потом... Смогу работать. Вот. Олег, я думал, оно попустит, ну, в смысле, сам справлюсь, ну. Ладно, Серег, все нормально. Давай, иди лечись и поговори с участковым. Понятное дело, я понимаю, я извинюсь, конечно, за то, что он с пониманием отнесся. Понятно. В общем. Серег. Ничего не забыл. Давай, иди, покупай пилюльки в аптеке и через 3 дня жду. Инга Евгеньевна, тут майора Мещенко спрашивают, а он трубку не берет. Майор Мещенко, серьезный разговор. Так Инга меня и проводит. На, Инга? Да, Лиза, конечно. Пойдемте, вас приду в кабинет Олега Юрьевича. Проходите.
Ну так что случилось? Ну, значит, предыстория. В ближайшие 3 дня, дорогие мои коллеги, вам придется обойтись без меня. Вот. Ну, потому как мне нужно немного нервишки успокоить. Вот. Вы же все умники, вы заметили, что у меня в последнее время крыша там чуть-чуть стала подтекать. Так вот, дядя доктор выписал мне лекарство, от которого я сразу стану спокойный. Вот. Но пить надо только 3 дня. Вот. Потому что если полгода попить, то могу буйный стать совсем. И так мне это напоминает нашего друга Ильина, что... Ну да. Ну что ж, значит, моя очередь. Таки нарисовалась одна занимательная история о Вадиме Алексеевиче Якушеве, жене его Тамаре и сыне Анатолии из города Чернобыль, которые, так сказать, собрались в эвакуацию после того, как на Чернобыле бабахнул. Ну ты чё ты расселся, а? Нам ехать утром, а вещи не собраны. Ну? Ну чё ты зыришь на меня, пьянь? Да рот-то свой! Поприкрой! Но первым на новое место проживания выехал отец семейства, Вадим Якушев, ранее судимый за убийство в пьяной драке. Выехал, по его словам, чтобы осмотреться на новом месте, а потом жену и ребенка, так сказать, вызвать. Короче, они доехали или не доехали? Подожди. Когда жена с ребенком в назначенное время не явились, Якушев стал названивать соседям друзьям. Но выяснилось, что ни жены, ни ребенка никто не видел. Он, конечно, заяву в милицию написал. Но ни ребенка, ни жены никто так и не нашел. А наш мальчик, который впоследствии оказался Ваней Ильиным, был найден неподалеку от Ильинцев через 10 дней. Как вам история? Я только одного не понимаю, почему найденного мальчика с пропавшим не связали? Они не проверяли, что ли, даже? Почему? Очень даже проверяли. А как пропустили? Из-за бардака в эвакуацию? Ну да. Следствие пришло к выводу, что Тамара просто сбежала. Ну, воспользовалась эвакуацией, неразберихой, перехватила ребенка и подальше от буйного муженька укатила. Мальчика нашли на трассе довольно-таки далеко от Чернобыля. А милиция искала Толика и маму в самом Чернобыле, ну или поблизости. Или же по новому месту проживания семьи. Поэтому никто ничего не нашел. То есть получается, товарищ Якушев по пьяни замочил свою жену. Потом все это обставил с исчезновением семьи, правильно? Якушев не просто убил свою жену на глазах своего сына. Возможно, он бы и сына убил, но тот умудрился убежать. Поэтому вся эта история с психотравмой Ильина и его заблокированными воспоминаниями становится логичной. Опять же, Ильин никогда не вступал в драку, а тут заступился за женщину, которую избивал пьяный муж. Значит, Ильин сейчас ищет Якушева, правильно? Да, он начал вспоминать, и я думаю, что он дойдет до конца. Получается, нам нужно найти Якушева до Ильина, чтобы у нас не было еще одного трупа, правильно? Прости, что я не послушалась и приехала. Я просто хотела узнать новости и волновалась. Меня Инга в твой кабинет провела. Я ждала, ждала, тебя все нет и нет. Я и пошла тебя искать. Думаю, может, Инга заработалась. Забыла, что я здесь. Лиза, простите, я не предупредила товарища майора, что вы его ждете. Но вы же встретились, это самое главное, да? Спасибо. Пожалуйста. Олег, надо поговорить. Плохо объяснила? А, уже? Серьезно? Ничего себе. Да вы просто превзошли себя, Спайдер. Что-что?
А, то есть по тому же адресу? Хорошо. Я сейчас проверю почту. Спасибо вам большое. Я вам уже говорила, что вы лучший. Пока-пока. Спасибо, что не сдал меня майору. Да не за что. Будем считать это моей реабилитацией за рапорт на Степаныч. Точняк. Увидимся через 3 дня. Удачи. Лейтенант, это только часть реабилитации, чтобы ты понимал. Куда путь держим? Хочу проверить одну идею. Я с вами. Я не то чтобы прям так хорошо вас знаю, Инга Евгеньевна, но вот мне кажется, что идея эта опасная, это раз. А во-вторых, скорее всего, майор о ней не знает, это 2. Ну так куда едем? По старому адресу Якушевых. Якушев-старший вернулся туда через год после пропажи семьи, до сих пор там живет. Если Ильин начал вспоминать, значит, он скоро объявится. Я расследую убийство твоего брата. Если что-то прояснится, тебе, как ближайшей родственнице, сразу все сообщат. Вот. Ой, борода посидела. Без ребра все дела. У нас ничего не может быть с тобой. А ты уверен? Вот прям абсолютно уверен. А по-моему, нам когда-то было очень хорошо вместе. То старый помянет тому глаз вон. У тебя кто-то есть? Она? Серьезно? Офигеть! Просто поверить не могу. Лиз, есть у меня кто-то или нет, уже 300 лет не твое дело. Господи, Мищенко, да у тебя просто талант влюбляться в неподходящих тебе женщин. Это точно. Ладно, согласна, я стерва, которая тебя изменила. Хотя, если бы ты почаще бывал дома, глядишь, и не изменила бы. Но она ж тебя прожует и выплюнет. Сколько она, по-твоему, продержится в вашей экзотике? Полгода? Ха! Думаю, меньше. А потом пока ручкой помашет и свалит в свое ФБР. Я уверена, ее там бойфренд ожидается. Класс. Ты об этом знаешь. То есть ты как бы нормально относишься к тому, что ты у нее здесь на замене? Ну, что сказать, Олежка, я впечатлена. Какой ты все-таки с возрастом толерантный стал. Женским слабостям. Жаль, мы с тобой так рано познакомились. Не жарко тебе? Не жарко. Обороты сбавь вообще. Все под контролем. На мое разряды так злишься. Ну, я же не слепой, ну, видно. Ну, после того, как эта бедная Лиза нарисовалась, так ты на него шипишь, прям как кошка. Вот знаете, капитан Шпак, это самая блестящая мысль, которая могла родиться в вашей голове. Что я ревную Мищенко,
к Лизе. Я же не говорю, что вы ревнуете, переживаете. Я просто говорю, сбавьте обороты, тише выдыхайте, не шипите, не злитесь. Все будет хорошо. Давайте просто помолчим. Что за ерунда? Не могла же она телефон выключить? Или могла? Ну, где тебя носит? Как ты посмел отпустить ее одну? Где она? Что ты с ней сделал? Принцесса и Шпак уже на подъезде к Чернобылю. Прежний адрес Якушева, Луговая, 12. Шевелись! Много ты понимаешь, старлей. У Лизы это явные виды на майора. А Инга бесится. Что-то не заметил я, чтобы Инга бесилась. А не заметил, потому что Инга умная. Она и без истерик майору свой фэ выскажет. Алло? Спайдер. Погнали. Ё-моё-то, ну. Да. Они уже в зоне, майор. До адреса пару минут. Ты ей звони, что ты мне дозвонишь? Да связи с ней таки нет. Слышь, майор, ну она же там не одна, а? КП подстрахует, правда? Чем подстрахует? Пальцем? Он ствол сдал. Задать тебе один вопрос, батя. Ну, коль надо, задавай. Точно туда приехали? Вообще не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Сейчас проверим. Сколько мне до места? До места на такой скорости минут 20. Это если без задержек. Без задержек ты обеспечишь? У вас зеленый коридор будет до места через... Уже есть. Гони, майор, Таран Степанович за тобой. Давайте, быстрее, быстрее. Эй, ребят, ну? Луговая, 12. Здесь никуда не уходи. Thank you.
Ты. Ты убил ее. Вспомнил, я все вспомнил. Кого я убил, сынок? Маму. Ты ударил ее ножом. Она закричала, ты ударил ее снова. Я ждал тебя. Все время думал, когда же ты вернешься. Ответьте ему. Ваш сын должен услышать ответы на свои вопросы. И тогда всем станет хорошо. А ты? Ты не должен его убивать. Зачем вы пришли? Пришли вам помочь, потому что вам нужно поговорить, все выяснить. Его посадят за то, что он убил свою жену, а тебе станет легче, но со временем. Я взрослый, я смогу, я отомщу. Все правильно. Но тебе нужны ответы. Спроси его. Спроси его, почему он это сделал. Почему ты убил ее? Кого? Маму. Ты бил ее. Постоянно била, потом... Сын, ты просто болен. А вы зачем сюда вернулись? Это мой дом. Нет, вам здесь приятно находиться. Потому что здесь все ваши воспоминания о том, как вы издевались над вашим сыном и избивали вашу жену. Удовлетворить вы ее уже не могли. И избивая ее, только так вы чувствовали себя мужиком, да? Заткни рот, с**ка! Все бабы, с**ки! И Томка тоже, с**ка! Она получила то, что заслуживала! Нет, нет, нет! Старли.
Да не надо мне этот плед, уже третий человек ко мне его приносит. Как Серега? Нормально. Были бы мозги, было бы сотрясение. Ты его все виновата. Затащила его сюда. Если бы ты его не потащила сюда, то Ильин убил бы Якушева. Ильин глубоко несчастный и больной человек. Вот именно поэтому он будет сидеть в дурке, а не в тюрьме. Почему ты мне не сказала, куда ты собираешься? Потому что это мое личное дело. И потом ты был занят. Послушай меня, пожалуйста, внимательно. У меня с Лизой ничего нет и быть не может. Хорошо. Вообще, в принципе, интересует другая женщина. Я рада. Субтитры сделал DimaTorzok.